Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на открытии второго сезона студенческого проекта «Академия амбассадоров», который направлен на развитие карьерных компетенций. На протяжении 3 месяцев мы будем заниматься прокачкой наших скиллов, и в финале многие ребята могут стать амбассадорами различных компаний. Сегодня наше первое открытое занятие, и хотелось бы напомнить, что есть возможность выбрать две траектории. Либо посещать открытые занятия как свободный слушатель, либо у вас есть последняя возможность подать заявку, написать мотивационное письмо и, возможно, стать одним из участников именно закрытого обучения Академии амбассадоров. Это достаточно драйвовая вещь. В принципе, об этом мы много писали в постах. Но сейчас, думаю, мы поговорим об одной очень важной цели, важной теме, такой как целеполагание, как выстраивание карьеры. И хотелось бы передать слово нашему прекрасному спикеру Ксении Мардановой, руководителю отдела стажировок. Ксюша, тебе слово. Всем привет. Я очень, к сожалению, не могу увидеть ваши лица, но рада, что вы сегодня нашли время. И мы сегодня, мне кажется, проведем интересные 45 минут, в рамках которых немножко поговорим и порефлексируем на тему, наверное, такой важной вещи, как карьера. Но я действительно Ксюша Марданова, я руковожу направлением стажировок компании «Озон», и в прошлом году мы набрали более 1000 стажеров во всю компанию. Это очень крутой результат, и я уверена, что многие из ваших знакомых были, есть, ну или будут нашими стажерами. Мы очень много работаем с ребятами. Я более 13 лет занимаюсь graduate recruitment, и на самом деле мы достаточно давно уже изучаем вообще вопросы карьеры. Мы сейчас живем в такое интересное время, на самом деле, когда этому слову придается все больше значений. Мы с вами видим постоянно, не знаю, сидя в Инстаграме, истории про успешный успех, подводки блогеров про то, как мамочки в декрете стали успешными там, топ-блогерами и заработали миллионы, или вот я и мой новый Бентли, который я купил, работая где-то там, не знаю, в каких-то амвеях и всем таком. И нам кажется, как бы общество показывает нам, что это как бы успешный успех или что это как бы классный там какой-то карьерный трек. На самом деле понятие карьеры сейчас намного шире, и давайте сегодня немножко про это поговорим и вообще порефлексируем внутри, а что же мы понимаем под понятием карьеры. Есть много разных способов того, как добиться успеха в жизни. И очень часто успех в жизни у нас идет очень тесно с такими понятиями, да, там, как большие зарплаты, там, успех, да, вот этот успешный успех и все такое прочее. И способов этому есть достаточно много, но не все мы рождаемся Илонами Масками, и не все мы по стечению обстоятельств выходим замуж за будущего принца, да, или там короля. Большая часть из нас придется или уже приходится долго и усердно работать для того, чтобы действительно добиться успеха. И в то же, ну, и при этом мы сейчас все больше говорим про work-life balance, про то, что мы хотим чилить где-нибудь на Бали, при этом иметь хорошую зарплату и как-то вообще не постоянно сидеть в офисе. Уже вот эта эпоха классных офисов, смузи-баров и так далее ушла в прошлое. Все больше уходит на первое место гибрид, наличие макбука, который выдает компания, да, и возможность удаленной работы, еще лучше международной. Поэтому способов добиться успеха есть достаточно много, но мы сегодня проговорим про некоторые из них. Но и это сразу скажу, это исключительно моя вольная интерпретация. Вы можете взять это на вооружение, а можете сказать, да нет, я лучше пойду и буду развивать свой блог, и это тоже будет достаточно успешно, и это тоже имеет место быть. Есть ключевой вопрос, который нужно всем нам задать, а нужно ли вообще строить карьеру? Очень многие, не знаю, в моем окружении, я сама, когда была студенткой, вообще не задумывалась о таком понятии карьера. У меня был достаточно насущный вопрос пойти и заработать денег любыми способами, будь то повышенная стипендия или стипендия Потанина, или работа в деканате, да, главное, чтобы деньги приходили. На тот момент я не подходила суперосознанно к вопросу своей карьеры, и, наверное, зря.
Мы часто говорим, слышим там среди, там, не знаю, наши родители, друзья, там еще говорят нам про то, что вот есть там какой-нибудь Вася, Петя и так далее, он вот закончил престижный университет, пошел на там, теперь вот Вася стал руководителем какого-нибудь крупного центра там, или отдела. И кажется, что в целом это такой достаточно банальный момент построения карьеры. Да? Для очень многих, по крайней мере, не знаю, как для вас, но моя мама примерно так видела мое будущее и постоянно мне говорила, что нужно получить красный диплом, тогда меня точно возьмут на работу. Диплом я получила, на работу меня по этой причине не взяли, если что. Краткий спойлер. Ну, просто из-за того, что у меня был красный диплом. Внимание, вопрос, а построил ли реально Вася успешную карьеру? Является ли успешная карьера сочетанием факторов, там, не знаю, учебы в престижном университете, работы в топовой компании и там, какого-то такого достаточно органичного вертикального роста? Может быть, после того, как он стал руководителем регионального отдела, дальше у него уже было, не будет ничего, и следующие 20 лет своей жизни он будет сидеть руководителем этого регионального отдела. Кажется, что это явно не карьера мечты, и тем более не работа мечты, провести ее на одном и том же месте, с одним и тем же функционалом, в одном и том же кабинете следующие 25 лет. Что же тогда успешная, да, карьера? И в чем отличие работы и карьеры? Мы на самом деле очень часто путаем эти два понятия, да, и нам кажется, что когда мы открываем HeadHunter, да, в каждом первом объявлении вы видите белая зарплата, график 5/2, отпуск 28 дней и все такое прочее. Там работа в стабильной компании, там стабильный карьерный рост. Это такие паттерны, которые вы видите практически каждый день. Но это не карьера, это работа, да, это тот функционал, который вы выполняете каждый день, и государство, и трудовой кодекс дает вам определенного рода гарантии того, что вы работаете на рабочем месте. При этом, в моем понимании, карьера и карьерное развитие – это достаточно намного шире. В первую очередь, это, конечно же, история про то, что ты являешься экспертом в своей области. И это не обязательно связано напрямую с вертикальным ростом. У тебя может быть рост горизонтальный и переход из смежной области на смежные позиции. При этом ты расширяешь свой функционал и вообще расширяешь понимание своей отрасли и рынка. Развитие своих компетенций – это вообще, наверное, маст того, что должно происходить сейчас. Вы видите, как сильно меняется мир. Да? Если посмотреть на то, как изменился рынок труда за последние там, 10-15 лет, это просто, не знаю, супер движение. Да? У нас кучу лет люди работали инженерами, там, не знаю, кадровиками. Сейчас же мы каких-то профессий не найдем. От SMM-специалистов до, там, я не знаю, каких-то супер-нано-био-химо там, фарма-специалистов, которые действительно создают новые, не знаю, лекарства от рака, от ковида и всего прочего. Еще 10-15 лет назад этого всего не было. Сейчас это уже наша новая реальность, да, и там, если кто-то знаком, есть такой прекрасный материал, называется «Атлас профессий будущего». Вот он первый раз вышел несколько лет назад, ну, лет 5, наверное, тому назад. И когда ты первый раз его открывал, ты думал, боже, ну, это какой-то бред, это какое-то будущее, которое никогда не настанет. Например, там были специалисты по биохакингу или специалисты по этике роботов, да. Это казалось, что это какое-то новое будущее, которого еще очень долго не будет. На самом деле нет, это уже приходит с каждым годом, это становится все ближе, поэтому развитие карьеры непосредственно связано с тем, что необходимо развивать себя, свои компетенции, и рост внутри там, той или иной отрасли должен случаться не только вертикально, но и горизонтально. Если ты развиваешься горизонтально, это не значит, что ты никак не растешь и не движешься вверх по карьерной лестнице в прямом смысле этого слова. Почему нужно строить карьеру, а не просто работу работать и не только зарабатывать деньги? Ну, во-первых, действительно, с каждым годом конкуренция становится все выше. Несмотря на то, что последние несколько лет мы видим то, что рынок труда превратился в рынок соискателя, и у соискателя сейчас намного больше опций для того, чтобы, скажем так, выдвигать какие-то свои условия, все равно конкуренция среди хайпо-вакансий, среди высоких зарплат с каждым годом становится все больше. При этом в то же самое время, почему это происходит? Потому что в том числе
очень быстро развиваются технологии, и необходимость новых знаний, она растет. Поэтому все то, что было актуально 5 лет назад, становится уже не актуально сейчас. Нужны новые специалисты, которые могут быть в тренде. Ну и, наверное, непредсказуемость, к сожалению, да, мы все видим происходящие события. Непредсказуемость сейчас, наверное, достигла вообще апогея за очень многие годы, по крайней мере, последних, не знаю, нескольких десятилетий. И, конечно, уверенность в том, что твои навыки будут применимы сегодня, завтра, в России, за рубежом и через 10 лет, это, наверное, одно из самых важных качеств, которые характеризуют построение именно карьеры. Есть хороший пример, да, вот, не знаю, вы все ходите в университет, и в университете, там, во очень многих вузах есть прекрасные люди, которые называются вахтеры, да, вот прекрасные такие пожилые достаточно там тетечки или дядечки, которые сидят на вахте. При этом, например, там, мы каждый день ездим на такси, да, как бы, и нас возят таксисты, или каждый день мы пользуемся Яндекс.Лавкой, который, где курьеры приносят нам ну, еду. Я, может быть, и ошибаюсь, но мой прогноз строится на том, что через 10-15 лет все эти люди потеряют работу, потому что проходы в университеты будут заменены там датчиком глаза, да, или отпечатком пальца. Доставку еды нам будут привозить маленькие вот эти роботы, да, а такси будут беспилотными. И, к сожалению, эти люди, не имея других никаких навыков, будут вынуждены потерять свою работу, если они не смогут перестроиться, они, ну, там, будут, конечно, искать альтернативы, но это совершенно история не про карьеру, а как раз-таки про работу. Именно поэтому нужно думать уже сейчас про то, как ее строить, как развивать свои компетенции и как быть востребованной здесь, сегодня, завтра, вчера, послезавтра, в любой из этих дней. Как раз-таки вот построить вот эту самую успешную карьеру и быть успешным? Мы очень часто, имея определенную ту или иную работу, не хотим выходить из своей зоны комфорта. Я сама с этим сталкивалась, я очень часто сталкиваюсь с этим, нанимая на работу различного рода специалистов, потому что есть очень много каких-то паттернов, да, которые мешают нам развиваться дальше. Например, я не приму, там, не знаю, офис далеко от дома, люди годами ищут работу, у меня вроде и так хорошая есть, да кому я вообще нужен, синдром самозванца, вот у мамы, там, у Пети, Васи и так далее, такой успешный успех, а я там как бы ничего из себя не представляю, зарплата у меня вроде нормальная, а там нигде такую не предложат. Мне кажется, ну, по крайней мере, многие из вас с этим сталкивались, я лично сама в своем опыте тоже неоднократно с этим сталкивалась, каждый раз, когда меня зовут на новую работу, я каждый раз думаю, господи, да зачем они меня позвали? Я вообще же ничего не умею, и вообще мне тут так хорошо, посижу-ка я тут еще. Но я пытаюсь выходить из своего зоны комфорта, менять места работы и реально получать новый, очень крутой опыт, развивать свои компетенции, навыки, связи, это реально бесценно. Как построить ту самую успешную карьеру, что для этого нужно? Это тоже, знаете, такие советы, это мое субъективное мнение, да, и советы от меня, человека, который в целом, я считаю, для своего возраста построил неплохую карьерный трек с учетом достаточно сложных там стартовых условий. Есть три компонента. Первый компонент – это найти свою суперсилу. Я сейчас про каждый расскажу поподробнее. Разработать карьерную карту, то есть разработать план и развивать свой бизнес-интеллект. Почему это важно? Сейчас прям по полочкам расскажу про каждый из этих навыков. Суперсила. Мы все с вами выросли на различных сказках. Ну, кто-то вырос, не знаю, на комиксах Марвела и так далее, и так далее. Вот у каждого героя есть какая-то суперсила. Если посмотреть русские народные сказки, там тоже у всех была какая-то суперсила. Или там супер какой-то герой, который помогал главному герою выбраться из передряг. Кажется, я уверена, что если сейчас задать вам каждому из вас вот этот вопрос, вы сходу не сможете на него ответить, да, вы начнете думать, там, как-то мяться и так далее, и так далее. На самом деле суперсила есть у каждого из нас. Вопрос, как ее понять,
как ее раскрыть и как понять, что она в тебе есть. Ну, во-первых, как бы классный совет действительно смотреть постоянно рынок, смотреть на вакансии той области, в которой бы ты хотел развиваться, даже если, например, ты сейчас работаешь абсолютно в другой области, да, и понимать, какие навыки, которые там указаны, есть у тебя. Или же, если ты четко понимаешь, что каких-то навыков у тебя нет, а они упоминаются в каждой первой вакансии, то это явный триггер для того, чтобы пойти, например, и выучить SQL, или же, я не знаю, пойти и классно начать владеть Excel. Я уверена, что в резюме очень многих из вас написано про то, что вы свободно владеете Word, Excel, там еще какими-то вещами. Это, как правило, тоже такой паттерн, с которым мы достаточно часто встречаемся, потому что, к сожалению, хорошее владение Excel в современном мире – это действительно редкость. Умение просто строить таблицы Excel – это уже не, ну, этого недостаточно уже в современном мире, а вот знание макросов и так далее, это уже достаточно большое преимущество, которое точно нужно в себе развивать. Поэтому суперсилу можно в себе развивать, важно ее найти и начать ее прокачивать. Поэтому отмазки на тему того, ой, да я вообще, у меня никаких талантов нет, и вообще как бы я просто обычный Петя из Мытищ, не прокатывает. Суперсила есть в каждом из нас, ее просто нужно найти и начать ее развивать. Карьерная карта – это, на самом деле, один из лучших инструментов, который я вообще рекомендую иметь всем. Это не ноу-хау. Например, я думаю, что многие из вас знают, что студенты американских вузов, у них есть специальные карьер-адвайзеры, которые в университете помогают простроить им карьерную карту. Поэтому, выходя из университета, люди получают такой, знаете, план того, чем они могут заниматься в ближайшие несколько лет, на какие стажировки пойти, как прийти к той или иной позиции, которую они хотят, как прийти к тому или иному уровню дохода. Это очень полезная штука, которая мало известна и, может быть, не так популярна в России, но, тем не менее, мы крайне рекомендуем ее строить всем ребятам, которые проходят, например, даже у нас отбор в компанию. Это помогает очень хорошо понять не только то, не знаю, сколько денег ты хочешь зарабатывать через 5 лет, а вообще понять немножечко себя, понять, какие отрасли тебе интересны, как бы ты хотел в этом развиваться и вообще осознанно подойти к построению карьеры. К вам, каждому из вас в университет приходит огромное количество компаний. И каждая из этих компаний говорит вам про то, что приходи ко мне, у меня супер условия. У меня и зарплаты выше, и офис в Сити, и сырки, и все, что хочешь. И иногда даже разбегаются глаза, да, хочется податься и на ту стажировку, и на другую, и на третью, и на пятую, и десятую. Хотя на самом-то деле нужно осознанно к этому подходить и выбирать именно те компании, которые вам интересны в долгосрочной перспективе. Есть хороший пример, я дам потом в конце ссылку про это. Это один из проектов, который мы делали в рамках Высшей школы экономики. Мы делали интерактивный сервис карьерных карт для студентов вышки, который помогает немножко лучше понять ту или иную профессию, понять, какие есть зарплатные вилки. Это, кстати, очень важный момент, потому что очень многие ребята, приходя на первую стажировку, говорят, я хочу зарплату в 100 тысяч рублей. И для нас, HR-ов, это иногда уже как бы просто мем, потому что, к сожалению, мы очень редко можем предложить зарплату в 100 тысяч стажеру или начинающему специалисту без опыта работы, потому что у него, к сожалению, еще нет необходимых навыков для того, чтобы мы могли предложить ему такие деньги. Поэтому карьерная карта в том числе помогает вам немножко лучше понять, какие зарплатные вилки, какие есть возможности для роста, а главное понять, а чем вообще вы будете заниматься. Очень часто, например, мы сталкиваемся с тем, что, приходя в ту или иную область, у ребят есть какие-то определенные, не знаю, знаете, ожидания в весе реальность. Вот, например, каждый первый маркетолог, который приходит к нам в компанию, говорит, я хочу заниматься и делать креативные коллабы с кем-нибудь. Почему у вас амбассадор Полина Гагарина и Дмитрий Маликов? Мы сейчас замутим классные партнерки с модными блогерами.
На самом деле маркетинг намного шире, чем просто, ну, не просто, чем создание исключительно партнерских коллабораций или чего-то творческого. В маркетинге есть огромная база аналитики, огромная база работы с данными, цифрами и так далее, но очень мало кто это понимает, и очень многие ребята, приходя в маркетинг, приходят абсолютно без подготовки даже базовой аналитической работы, потому что даже работая SMM-ом или работая человеком по развитию контекстной рекламы, вы должны хорошо разбираться в данных. Не только уметь настраивать метрики или работать в фейсбучном кабинете, а еще классно разбираться в данных, в цифрах и понимании того, как эффективно использовать тот или иной бюджет. Поэтому понимание рынка, понимание индустрии – это очень важный момент. Что еще важно при составлении карьерной карты? Во-первых, знание индустрии для перехода. Да? Действительно, нужно понимать, где ваши навыки и компетенции могут быть применимы в разных отраслях. Например, не знаю, вы работаете, предположим, на каком-нибудь автомеханическом, как бы, на автомобильном заводе, и кажется, что ваш переход может быть обусловлен только из одного концерна в другой. Нет, абсолютно нет. Если вы работаете с тем же самым аналитиком или тем же самым маркетологом, все эти знания могут быть применены абсолютно в разных областях. Поэтому знание индустрии, вообще понимание, куда движется бизнес, и понимание того, какие индустрии существуют в целом, это очень необходимый навык для составления карьерной карты. Нелинейный подход. Я про это уже говорила сегодня несколько раз. Карьерные треки – это не только рост по карьерной лестнице, картинка, когда, вы знаете, человечек бежит по лестничке, которую мы все знаем как картинку из различных фотостоков. Нет. Карьерный трек, он может быть и горизонтальным, и вертикальным, и диагональным, да хоть перпендикулярным, господи, он может быть абсолютно любым. Мы очень часто сталкиваемся с историями, когда люди переходят, например, из достаточно высокооплачиваемых позиций в бизнесе, переходят в академическую среду, или они переходят в НКО, или они переходят из сейлзов, переходят в HR. Да? Это не самый очевидный переход, при этом он действительно эффективный, и нужно тоже смотреть немножко шире, чем только я хочу быть начальником того отдела, где я сейчас работаю. Ну и четкое понимание своих компетенций, реально, тут важно адекватно воспринимать то, что вы умеете делать, и что вы умеете делать хардового, и что вы умеете делать софтового. Все мы говорим про развитие soft и hard skills последние лет 10, наверное. До сих пор, к сожалению, многие люди путают два этих понятия и в резюме пишут сразу все. И английский у меня отличный, и моя любимая — стрессоустойчивый, умею работать в команде, и вот это все прочее. На самом деле нужно трезво оценить то, что вы умеете делать, и если вы понимаете четко, что у вас где-то есть пробелы в тех или иных моментах, это нужно, конечно, наверстывать. Как понять, что вы умеете делать? Как я сказала, можно легко идти на HeadHunter, CareerSpace или вообще любые сервисы работные, открывать вакансию, скажем так, вашей мечты, смотреть на требования, которые предъявляются к той иной позиции, а дальше раскладывать себя под те или иные требования. Так. При этом карьерная карта – это не панацея. Карьерная карта точно может вам помочь понять рынок, структурировать как-то свой опыт и навыки, помочь составить некую стратегию, но она абсолютно не поможет за вас найти работу. Если, знаете, это не карта желаний Елены Блиновской, если что, написав карьерную карту и повесив ее на стену, это абсолютно не значит, что завтра вы найдете работу своей мечты. Это немножечко сложнее. Поэтому она точно не поможет вам найти другую работу, за вас, знаете, не повысит вас, или в следующем месяце у вас точно не упадет зарплата больше, но она поможет вам построить план и разработать шаги, которые помогут вам этого в итоге добиться. Как
да, как это делается. Вот прям, знаете, я прям чувствую себя немножечко Еленой Блиновской, сейчас мы с вами будем тут рисовать круги или что там надо, квадраты, я не знаю, но вот примерно в этой же области. Как я сказала, очень важно действительно адекватно оценить свои навыки. Что можно сделать? Нужно взять и реально расписать, в чем я хорош. Нужно посмотреть на проекты, которые вы делали. Неважно, очень многие ребята на собеседованиях при отборе говорят, у меня нет опыта работы. Я говорю, ну как же так? Ну ты же там 4-й курс университета, ты же чем-то делал какие-то проекты. Ну да, я там что-то делал, но это, я говорю, давай, ну как бы расскажи подробнее. Очень часто многие из вас обесценивают те достижения, которые есть у вас, потому что любая деятельность, волонтерская, научная, какая-то социальная, она везде имеет необходимый опыт и компетенции, которые можно трансформировать. Поэтому классно хорошо разложить про себя, в чем вы хороши и что вы умеете делать. Следующий шаг – это действительно спросить у своих коллег, знакомых, одногруппников, партнеров по проектам, что вы умеете делать хорошо. Потому что, не знаю, я, например, могу считать, что я отлично пою, а на самом деле пою я ужасно, и слушать это никому не нужно. Да? Поэтому будет классно сравнить свое мнение с мнением окружающих. А третий пункт – это как раз-таки история про то, что нужно понимать, чем вы будете заниматься на вот той самой позиции мечты. Да? У нас у всех в головах есть определенная картинка, ну или если ее сейчас нет, она появится со временем, что вот мне хочется стать, не знаю, айтишником, потому что айтишники много зарабатывают, или мне хочется стать аналитиком, мне кажется, что я люблю цифры. Нужно чуть-чуть больше глубоко посмотреть на то, о чем вообще люди занимаются. Про это можно очень по-разному сделать. Это можно узнавать у там, друзей, знакомых, коллег. Про это можно читать на различных профессиональных сообществах типа Хабра, ВИСИ и так далее. Про это можно узнавать у выпускников вашего вуза. Но нужно четко, адекватно воспринимать тот функционал, который вас ждет на вот этой вашей работе мечты. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что работа мечты совершенно не та самая работа мечты, просто по причине того, что, к сожалению, функционал ее несколько отличается. Ну и, конечно, такой важный шаг – это подготовка CV, да, и это как раз-таки агрегация всех вот этих предыдущих трех этапов, потому что в данном случае вам нужно собрать весь свой опыт, адекватно его переложить в CV и представить для того, чтобы вы смогли себя продать рынку. Я говорила, что карьера в данном случае, да, это очень разнообразные переходы, и в том числе переходы не только, рост не только вертикальный, но и горизонтальный, а где-то даже диагональный. Вот здесь перечислены некоторые примеры, например, моих там, знакомых коллег, которые непосредственно меняли, скажем так, достаточно круто свои карьерные траектории, да. Рекруты переходили в селзы, а человек, который занимался executive search'ем, переходил в НКО. Это абсолютно неочевидные, скажем так, для большей части людей переходы, при этом те компетенции, которые люди получили в рамках своей, скажем так, первой карьеры, да, сейчас очень популярная история про вторую, третью карьеру, да, они смогли легко применить в абсолютно других сферах, да, и это круто, потому что они изначально осознанно подходили к себе и понимали, что те компетенции, которые они развивали и развивают, они могут применимы быть в очень широком пуле отраслей. Ну и третий пример, это мой любимый, точнее, третий секрет успеха, это бизнес-интеллект. Я думаю, что это достаточно такая редкая история, и мало кто из вас с ней сталкивался. Почему? Очень многие компании, там, когда вы приходите на стажировку или на работу, вы в требованиях никогда не найдете такого навыка. Вы найдете там стрессоустойчивость, умение работать в команде, хорошее знание тех или иных хардов и софтов и так далее, и так далее. Но для нас, например, для компании, которая набирает, одна из лидеров рынка по найму молодых специалистов, для нас это один из самых важных компонентов. Почему? Нам важно, чтобы люди, приходя в бизнес, понимали то, как работает бизнес. Нам важно, чтобы люди следили за трендами, чтобы люди понимали, как их проекты влияют не просто вот я сижу и вот тут вот что-то делаю,
все люди, которые, все компании заинтересованы в том, чтобы их сотрудники действительно развивали масштабные проекты и работали на благо компании. К сожалению, это тот навык, который абсолютно чему не учат в университете в большинстве своем. И это вот абсолютно персональная история, задача прокачать его самостоятельно. Почему и как это делать? На самом деле, делать это достаточно просто, и это такая, знаете, гимнастика ума. Можно, не знаю, каждый день, имея там 5-10 подписок в Телеграме на бизнес-каналы, смотреть и следить за трендами каких-то того, что происходит вообще на рынке в целом, это начиная от падения там, или роста акций, заканчивая какими-то технологическими трендами, да. Хотя бы базово 5-10 минут уделять вот этому – это уже большой плюс. Очень часто тоже мы сталкиваемся с тем, что когда там, соискатели приходят на собеседование, и мы их спрашиваем, что вы знаете о компании, люди просто перечитывают историю из Википедии, ну, я не знаю, там, или из Яндекса, то, что выпадает первое в строке. Хотя на самом-то деле достаточно, мы сразу определяем, когда люди погружены в процессы, когда они следят за финансовой отчетностью компании, когда они следят за тем, как, какие изменения компания претерпевала. Это очень важно. И вот бизнес-интеллект – это как раз-таки та история, которая хорошо поможет вам на каждом из этапов построения карьеры. Начиная от того, что вы будете понимать, какие тренды есть на рынке и какие в ближайшие 5-6 лет отрасли будут развиваться активнее и расти, то есть, значит, на них нужно смотреть и как бы присматриваться, а не стоит ли мне там построить карьеру, заканчивая тем, что это действительно позволяет вам расширять ваш как бы кругозор, интеллект, ну и компетенции, потому что, развивая свой бизнес-интеллект, вы явно будете опережать других своих коллег, понимая, что те или иные компетенции нужно уметь развивать уже сейчас. Поэтому далее я сейчас как раз-таки... Будет небольшой слайдик, его можно заскринить, то, что, как бы, и понять, как как раз-таки это моя такая подборочка, скажем так, ресурсов, которые помогут развить вам бизнес-интеллект. В том числе, я думаю, что многие из вас сидят на YouTube, и помимо там, не знаю, всеми нами любимого Дудя и так далее, там есть огромное количество очень крутых вакансий, вакансий каналов, которые помогают развивать бизнес-интеллект. Я вот всем рекомендую подписаться на канал «Русские норм» и смотреть про офигенные интервью с лидерами российского, не только российского рынка, компаний, про то, как создаются крупные компании, про то, как строится бизнес, с чем сталкиваются предприниматели на этом шагу, пути. Это очень круто. Ну и мне кажется, сейчас офигенная возможность слушать подкасты, которых тоже, благо, стало очень много про карьеру, поэтому это тоже история про развитие вашего бизнес-интеллекта, да, бизнес-мышления, понимание того, как вообще разные люди по-разному строят свою карьеру, может быть, как бы черпание какого-то вдохновения, лучших, как бы, как говорится, best practice, да, для того, чтобы как раз-таки смотреть, ну, как бы, и учиться на ошибках других. Плюс там, в Телеграме том же самом есть огромное количество крутых сервисов для поиска работы, и это не только то, что там, знаете, полотно вакансий, там реально классные советы по прохождению собеседования, по прохождению отборов, составлению CV, как просить повышение зарплаты, очень много реально дельных советов, поэтому я искренне советую всем смотреть, подписываться и вообще как-то быть в теме, потому что мы сильно расстраиваемся, когда очень умные ребята приходят, но мы понимаем, что они абсолютно не готовы к жизни и бизнесу, потому что они живут в каком-то мире розовых пони, и нам жалко терять этих ребят просто по причине того, что они, к сожалению, оказались не готовы к этому жестокому миру бизнеса. Вот, у меня на самом деле, в принципе, все, потому что я не очень хочу, там, типа, пиарить Озон, рассказывать, что приходите к нам все на стажировки, лучше я отвечу на ваши вопросы, если они у вас остались, или, ну, или появились, вот. Ксюша, спасибо большое, здесь как раз-таки у нас есть ребята, которые смотрят непосредственно через Zoom, друзья, возможно, у вас есть вопросы. Я пока открою трансляцию.
Как вы начинали свою карьеру и какой вуз закончили? Это мой любимый вопрос. Смотрите, я закончила не топовый университет от слова совсем. Я закончила РГПУ имени Герцена, Российский государственный педагогический университет. Начинала я свою карьеру, как я сказала, достаточно банально. Я пошла работать в деканат университета, просто потому что мне нужно было, скажем так, зарабатывать было деньги. Но я достаточно долго, как бы, у меня был достаточно долгий академический трек. Я росла внутри различных университетов. Я долгое время работала в Высшей школе экономики. И у меня был достаточно классный опыт. Я, скажем так, все время я работала тесно с бизнесом. И мой вот этот опыт на стыке бизнеса и образования, он дал мне очень многое, потому что там, в целом и мой карьерный трек там, сейчас, он сильно обусловлен именно вот этим началом работы в университете. Ну и всякого рода я была такой суперактивной студенткой, там вот эти стипендии, конкурсы, гранты, это было все мое любимое, дало мне классный задел для того, чтобы в будущем как раз-таки понимать, в чем я хочу развиваться, куда я хочу двигаться. Так, друзья, возможно, кто-то еще хочет задать вопрос в трансляции, пока тишина. Видимо, ребята думают, какой карьерный вопрос спросить. Я, наверное, тогда воспользуюсь. Я хочу задать вопрос. Ну ладно, тогда я потом когда-нибудь. Егор, пожалуйста. Почему именно Озон? Ну, потому что было интересно посмотреть, ну, как бы, скажем так, Озон на текущий момент один, несмотря на обвал акций, все-таки лидеров рынка. И Озон сильно отличается от очень большого количества компаний на рынке с точки зрения внутренних процессов. Мы скорее такой стартап, в котором очень многие процессы выстраиваются еще в процессе, да. Это не, там, не FMCG-сектор, да, где, который уже 10 лет работает по каким-то отстроенным путям и механизмам, поэтому было интересно попробовать в Озоне отстроить новые процессы, посмотреть, как они полетят и полетят ли в целом. Это такой внутренний челлендж для себя. Но нужно понимать, что Озон подходит далеко не всем. Есть люди, которые не выдерживают такого темпа компании. И это нормально абсолютно. Мне такой темп подходит. Спасибо, спасибо, было очень интересно. Окей, тогда я, наверное, тоже задам вопрос. Ксюша, а вот как ты думаешь, очень часто ребята в университете пытаются совмещать работу с учебой? Скажем так, как бы ты порекомендовал им это делать? Очень многие с точки зрения постановки цели зачастую выстраивают как-то совсем по отдельности университет и непосредственно саму карьеру, ну, прям совсем разные углы разносят. Что бы ты посоветовал в этом случае? Как лучше поступить с карьерной траекторией? Это хороший вопрос. В первую очередь я скажу так, я сильно топлю за то, что нужно совмещать работу и учебу. Пусть меня сожгут в огне инквизиции все преподаватели, которые будут говорить, что вы сюда пришли учиться и нужно получить диплом, но, к сожалению, рынок труда диктует немножко другие условия, и вы без опыта работы, даже закончив вышку, МГУ, РЭШ, да вообще МИСИС, любой вообще университет, мало будете кому нужны. Примите, смиритесь, не знаю, осознайте и так далее. Про то, как выстраивать правильно карьерный трек. Ну, смотрите, тут нужно, во-первых, понять, есть как бы две плоскости. Первая плоскость, она касается того, что если ты поступил на ту профессию, в которой ты действительно хочешь развиваться, то, конечно, я рекомендую развивать карьерный трек, ну, как бы в смежной, да, как бы области, да, как бы, я не знаю, если ты работаешь, там, учишься на фотонике, и тебе реально интересна фотоника, то, безусловно, как бы логично применять свои теоретические знания, в практике. Что касается тех ребят, их реально достаточно много, которые так или иначе в процессе обучения поняли, что, к сожалению, например, экономика – это не их вообще трек, то да, конечно, нужно понимать, что тут совершенно другая история, и нужно идти в историю про действительно смену
трека, может быть, другую магистратуру, может быть, второе высшее, может быть, какие-то курсы, там, обучающие программы в Яндекс.Практикум, Geekbrains, в чем-либо еще, и полностью кардинально менять свой вот этот будущий карьерный трек. Если вы четко понимаете, что, не знаю, бухучет или там любой, вообще любая другая специальность, это не то, о чем вы мечтали, а поступили вы туда, потому что бабушка мечтала, чтобы вы стали, не знаю, дипломатом, например. Ну, как бы, у всех как бы разные ситуации. Классный вопрос от Никиты. А как же высокосложные научные специальности? Это отдельный научный академический трек, и это, безусловно, отдельная как бы история. Как бы, если вы там занимаетесь и видите себя ученым, это просто отдельный не бизнесовый трек, да, это как бы трек науки, он сейчас сильно популяризируется, это очень круто. И тот же самый, вот я уже упоминала фотонику, например, да, фотоника, например, очень популярное направление в Штатах. В Штатах вообще типа по направлению фотоники готовят только, по-моему, MIT. Это супер редкая специальность, и наших ребят там забирают с руками и ногами. При этом, ну, в России, к сожалению, большая часть ребят, которые заканчивают направление фотоника, не работают по специальности. Ну, и как бы или работают в абсолютно других областях. Даже если им это интересно, они просто, к сожалению, не могут найти работу. Поэтому, что касается науки, да, это отдельный трек, и он абсолютно имеет место быть, но даже если вы собираетесь развиваться в научном треке, наличие опыта лабораторных исследований, клинических исследований, он все равно больше, ну, как бы большой плюс, чем только, ну, скажем так, одна теория, да, без практики. Юля, ответила на твой вопрос? На мой, да. Я думаю, на вопрос Никиты тоже. А, так, друзья, у кого-то еще остались вопросы? Ага. Ну, если вдруг возникнут вопросы, можете написать мне, что-нибудь придумаем. Что ж, на этом, я думаю, можно завершать. Раз, два. Ксюша, спасибо тебе огромное, что поделилась. Вам спасибо, что меня послушали. Секреты построения карьеры. Было очень классно, драйвово. Спасибо тебе. И если что, мы знаем, что есть такая прекрасная компания «Озон». Никакой рекламы. Да, Юль, спасибо, что позвали. Спасибо большое, Ксюш. Тогда на этом мы завершаем. Ждите анонсы следующих занятий. Напоминаю, что все еще можно подать заявку на участие именно в закрытом треке, где вы будете проходить обучение вместе с домашними заданиями. Ну, а также у нас будут открытые занятия. Спасибо всем за подключение. Остаемся на связи. Пока-пока. Пока-пока.